2017 году обеспечено повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 1,6 раза. Сохранено бесплатное питание учащихся первых-четвертых классов и учащихся льготного контингента, а также обеспечение молоком детей первых классов. Объем расходов на заработную плату в бюджете города Харькова составил 3,6 миллиардов, расходы на питание – почти 250 миллионов гривен. За счет средств бюджета города профинансированы государственные гарантии по предоставлению льготного проезда отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте. Это почти 530 миллионов гривен.